Привет, друзья, подписчики моего канала, просто зрители. Наконец-то до нас пришло лето. Сегодня, вот можно сказать так, по-настоящему первый теплый денек. Пришли мы на дачу, посадили картошку, родителям посадил, помог. И сейчас, вон, видите, мангал разгорается. Хочу вам показать нереально вкусную штуку. Готовится оно из вкусной рыбы и называется дальневосточный шарабан. Шарабан — это, по сути, просто деревянный, железный ящик, в котором будет готовиться вкусная рыба. У меня вот есть пару сишков. И вкусную рыбу готовить, такую как сик, там северную хорошую вкусную рыбу. У меня сюда лежит, у меня пахнет огурцами просто нереально. Мне честно. И вкусную рыбу готовить нужно просто, быстро. И это будет нереально вкусно. Никаких специй, приправ, ничего не нужно. Только соль и все. И сама, как говорится, вкусная рыбка. Сейчас, ребят, рыбка у меня была с морозилка. С морозилки с вечера достала, но еще маленько не отошла. Сейчас я ее выпотрошу. Она у меня пока отойдет, она оттает. И я покажу, что будем делать с ней дальше. И приготовим, и покажу, как это получится. Это будет небольшое видео, но вкусное, уверяю вас. Вот хорошую рыбу приправами только портить. Она сама по себе вкусная и больше ничего не нужно. Все, поехали. Сейчас я ее потрошу. Чешую не снимаем, выпускаем внутренности, жабры убираем. Прополаскиваю и к ней вернусь буквально через пару минут к вам снова. Кровавое вид, мусор показывать не буду. Просто сейчас подготовлюсь и продолжу съемку. Так, ну что, друзья, смотрите. Рыбку я выпотрошил. Икру присолил. Видите, какая крупная икра. О, как янтарь. О. Короче, икру присолил, рыбу сверху, чешую не снимал, сильно, прям сильно солью шкуру засыпаем. Не бойтесь. А внутри, так, ну присолил, ну как на еду обычно солят. Все. Оставляем ее минут на 20-30, пока прогорает костер для шарабана. В принципе, рыба готова. Сейчас она просолится чутка. Потом эту соль просто тряпкой оботрем, что не впитается. И будем ее... Ну, кстати, копчение, это, наверное, не совсем правильно. Это шарабан, это не копчение. Это такое запекание с дымом. Короче, своеобразная штука. На копчение рыба, на горячее копчение рыба делается по-другому. Я покажу потом как-нибудь попозже, в другой раз. А пока мы делаем конкретно шарабан. Вот берется свежая рыба, натирается, с чешуи не снимается, натирается солью. Внутри присаливается. Ну, порится, соответственно, моется, присаливается. Буквально 20-30 минут солится все это дело. И обтирается тряпкой и запихивается в шарабан. Так что не включайтесь, покажу, что дальше будет дальше. Вот уже муха появилась, можно снимать ролик про борьбу с мухой. Так, мы сегодня про шарабан. Все, ждем полчаса. Так, друзья, ну вот, шарабан, просто железный ящик. Рыбку я уложил, ставил в брюшки палочки, чтобы маленько растопырилась. И, наверное, положу-ка я икру в брюшко большому вот этому сишку. Пусть она там в нем и готовится. Прям вот так. О, отлично. А вторую положу икру. Сейчас палочку уберу. И будет шикарная вещь. Вот так. Все, икру запихнули. В животы. Все, накрываем крышкой и ставим на не сильный огонь на 20 минут. Все, все просто. И будет отменно вкусно. Все, загружаем на костер. Ну и все, народ, ставим шарабан на огонь. Оп. Время от времени открываем крышку, чтобы у нас рыбка подсыхала. Все, огонь нам тут надо, в принципе, до готовности доводим с температурой. Ну, такой не сильно тлеющий угли, хорошо горящий. Все, на дне там у меня несколько веточек груши, забыл сказать. Все, закрываем. Все,
Все, процесс пошел. Через 15 минут откроем, выпустим дым, маленько подсушим. И так до готовности. Минут 40, значит, это дело уйдет. Ребят, смотрите, все, огонь прогорел, но жар идет, рыбка подрумянилась и доходит теперь. Оп! Но смотрите на это. Кто скажет, что это невкусно и некрасиво выглядит? Нет, давайте я подковырну кожу. Почему мы не снимали с нее чешую? Смотрите. Камера передаст, нет? Запах, который сейчас отсюда пошел. Ладно, друзья. Не буду больше над вами издеваться. Все, на этом я заканчиваю это видео. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал. Лето только начинается. Идей новых рецептов много. Присылайте свои. С радостью попробуем их приготовить. Покажу людям. Все, друзья, всем до встречи и всем пока. Ну, всем приятного аппетита, кто сделает что-нибудь подобное со вкусной рыбой. Уверен, вы не пожалеете.